Главой Бендерской госадминистрации назначена Людмила Ивановна Чайковская. Данное решение принято президентом на основании представления председателя правительства. Сегодня Евгений Шевчук представил нового главу города руководителям муниципальных управлений. Она зарекомендовала себя как опытный организатор, лицо известное в Бендерах. Работала многие годы и жила в городе Бендеры. И я уверен, что администрация города, городской совет окажет ей поддержку для того, чтобы в короткий срок войти в курс дела и, безусловно, реализовать те цели и задачи, которые стоят перед государственной администрацией и поставлены жителями города. Давайте пожелаем ей успехов, надеюсь на ее поддержку. Напомним, ранее на встречах с общественностью не раз высказывались предложения, что руководить городом должен бендерчанин. Людмила Чайковская хорошо знакома горожанам. Она возглавляла общественный совет и успешно руководила государственным предприятием «Бендерский хлеб». Людмила Чайковская поблагодарила президента за оказанное доверие. Уважаемые коллеги, я позволю себе так говорить, потому что мы с вами очень давно знакомы, знаем друг друга, работаем очень тесно. И я думаю, что мы будем работать с вами вместе в тесном контакте, будем решать те задачи, которые стоят перед нашим городом на данный момент, на перспективу, которые отражены в тех планах, которые намечались вот и предыдущими главами администрации. Впереди у нас с вами две самых главных задачи. Это подготовка города к работе в зимних условиях и это проведение выборов президента Приднестровья. Я думаю, что мы все эти вопросы будем решать комплексно, со всеми задачами и оправдаем все те надежды наших горожан, которые они на нас возлагают. Уже сегодня Людмила Чайковская провела небольшое совещание с руководителями городских управлений. Были определены первоочередные задачи.